Джанни Родари называют добрым сказочником из солнечной Италии. Все мы в детстве зачитывались путешествием голубой стрелы и сопереживали главным правдоискателям из книги «Приключения Чиполлино». Прошло уже более полувека с момента их первого издания, но эти книги по-прежнему любимы детворой. Одно из занятий кружка в гостях у сказки в Развилковской библиотеке решили посвятить произведениям Джанни Родари, которому в этом году исполнилось бы 100 лет. На этих сказках мы воспитывались, и я стараюсь передать эту любовь другому поколению. Я в детях воспитываю нравственность, честность, доброту, любовь к ближнему, любовь к родине. Проекту «В гостях у сказки» уже 5 лет. Для сотрудников Развилковской библиотеки он один из самых любимых. Проект «В гостях у сказки» для нас является приоритетным, потому что это проект по социальной адаптации детей с особенностями развития в среде нормально развивающихся детей. Это очень важно. На каждом занятии ребят ждет знакомство с каким-либо литературным произведением и автором. Веселые игры, загадки и подвижные 5-минутки. Руки, плечи, уши, нос! Руки, плечи, уши, нос! Запутались! Каждый раз, помимо хорошего настроения и новых знаний, дети уносят с собой поделки, сделанные собственными руками. Можно лепить и еще рисовать, и еще делать поделки, и еще там легкие загадки. Ребята также изучают народные традиции, основы экологии и здорового образа жизни. Словом, скучать не приходится. Екатерина Борисова, Александр Логинов, Елена Кошелева. Видное ТВ.